Наверное, для народного художника России Юрия Ишханова эта работа самая трудная. Чехов на Енисее, в Красноярске. Каким он был, когда легли на бумагу его пророческие слова? Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега. Сегодня Красноярск называют так. Город – мастер на все руки. Гигантские стройки, десятки крупнейших заводов и комбинатов – тому доказательство. В экономику нашей страны он вошел стремительно и занял там достойное место. Но есть еще одно, второе ускорение Красноярска. Его опыт в развитии культуры стал образцом для всей Сибири. Вот об этом наш рассказ. На самом берегу Енисея, быть может, именно там, где стоял когда-то русский писатель, начал свою жизнь театр оперы и балета, пятый театр города. Хоть он и молод, но поклонников этого вида искусства сейчас в Красноярске много. В числе постоянных зрителей и токарь завода телевизоров, герой социалистического труда Владимир Георгиевич Гудошников. И вот сейчас у нас в Красноярске свой театр. Ну, если говорить о себе, первые спектакли я просмотрел почти все. Но сейчас настолько возрос репертуар театра, что ну, просто нет времени и возможности посмотреть все. Спектаклей все больше. И каждая премьера ярче, интереснее. Молодые актеры приехали в Красноярск из разных городов. Москва, Пермь, Свердловск, Ленинград. Но сердце каждого горело лишь одним. Быть у истоков нового театра. Отдать себя искусству целиком. На сцене Жизель. Танцует Наталья Чеховская. Весной этого года в Москве Чеховская стала лауреатом всесоюзного конкурса. Первую премию получила красноярская балерина. В этом театре я получила возможность танцевать «Жемчужину классики», «Лебединая», спектакль «Жизель». Жизель я станцевала так вообще 18 лет после окончания училища. И я считаю, что, в общем-то, не каждой балерине может повести жизнь так. В этом году, я считаю, что это год удачи для нас, для всех, и для театра, и для нашего края. Мы получили с моим партнером Василием Полушиным звание заслуженных артистов РСФСР. В Москве проходил всесоюзный конкурс балетмейстеров и артистов балета, в котором мы с Полушиным Василием принимали участие. Этот конкурс завершился для нас большим успехом, на который мы не надеялись и даже не ожидали. Это заслуги, прежде всего, наших педагогов-репетиторов, заслуги всего театра, который шел нам навстречу в работе. И мы, конечно, гордимся, что мы не подвели свой почин, под которым
подписывались, весь наш театр, почин превратим Сибирь в край высокой культуры. Оправдали надежды наших ребят, которые, в общем-то, тоже волновались за нас, переживали. У заслуженного артиста республики Владимира Ефимова такие встречи, вот как это на заводе комбайнов, нередки. Ему есть что рассказать рабочим. Да, приехал в Красноярск одним из первых. У него интересная работа. В составе концертных групп приходится бывать за рубежом. После одной из поездок я оказался вот на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот эта вот наша мощь, наш размах, он, конечно, многим даже непонятен. А вот мне лично доставляет это, когда я увидел эту Саяно-Шушенскую ГЭС, строителей этих, дух захватывает. И вот, вот этим, наверное, пожалуй, самое главное, то, что нас отличает, это вот какая-то атмосфера, ну, кипучей такой жизни, такая действительность наша. Получается, что мы, в общем-то, где-то сейчас созидаем то, что, о чем будут говорить потом. Она только взглянет, как молнии ранит, и пламя любви зарвеет крови. Она засмеется, и песни зальется, и шепчика прят, лицо светет. Искусство. Для него в Красноярске сейчас делается все. Вот и новый концертный зал поднялся над Енисеем. Казалось бы, объектов всесоюзного значения в городе немало, но красноярские коммунисты решили, концертный зал не менее важен. Поэтому член ЦК КПСС, первый секретарь Краевого комитета партии Павел Стефанович Фигирко на этой стройке бывает часто. Здесь создается новый культурный центр города. И начинается он с филиала Центрального музея Владимира Ильича Ленина, с Дворца пионеров и этого зала. Итог совместного труда строителей, художников, архитекторов. Автор проекта, заслуженный архитектор РСФСР Арек Саркисович Демирханов, немало лет и сил отдал Красноярску. Оперный театр, ансамбли новых районов создавались по его замыслу. В этом дворце музыки
будет два зала. Малый и большой. Этот зал мы называем малым залом. Но для меня это самая большая творческая удача. Несмотря на то, что построил я много домов. Зал посвящен музыке. Существует известное выражение, что архитектура – это застывшая музыка. Это очень высокая оценка архитектуры. И вот здесь мне хотелось, чтобы эти слова можно было применить к архитектуре зала. В какой-то мере, мне кажется, это удалось, потому что зал понравился и музыкантам, побывавшим у нас очень крупным, и красноярцам, и гостям Красноярска. Пока они приняли его, мы говорим скромно, положительно приняли. Но как это и чем это достигалось? Зал действительно невелик по размеру. И, конечно, одной из главных особенностей музыкальных залов – акустика. Это первое, чего мы должны были добиться. Акустика, кажется, зала получилась, так говорят музыканты. Теперь о формах. Формы рисовались таким образом, чтобы они пели вместе с музыкой. Играет Красноярский симфонический оркестр. За дирижерским пультом художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств РСФСР Иван Шпиллер. Быть может, потому что лето в Сибири короткое, дни отдыха тут всегда немного праздничны, особенно если они солнечные, погожи. И один из летних дней в Красноярске обязательно будет таким. Книжные базары традиционны и очень популярны. Их с интересом ждут все. Читатели, чтобы купить любимую книгу и познакомиться с автором, и авторы, которым такие встречи полезны не меньше, чем рецензии. Желающих получить автограф у писателя Виктора Астафьева немало. Его книги землякам нравятся. «За правду», «За мужество», «За любовь к родной Сибири». В эту пору года режим работы у Астафьева, как правило, нарушен. Слишком много разных дел. Встречи, поездки, киносъемки. Посидеть за письменным столом приходится нечасто. Да разве усидишь, когда вблизи от города снимается фильм по одному из его рассказов? В киносъемочной группе студии имени Довженко таким консультантом довольны все. Операторы, актеры, режиссер. До первого снега Виктор Астафьев любит писать здесь, в деревне Овсянки. Где еще найдешь такую тишину и покой? Но главное, пожалуй, в другом. Родные места, родные люди –
Работается тут легко. Прогулки по лесу недолги. Время у Остафьева на счету, надо успеть сделать многое. Ну и вот наконец начал работу над книгой о войне, которую собирался писать долго. За лето много сделал в Черне, но надо еще больше сделать. Наверное, это будет большая книга, на много лет рассчитанная, так сказать. Сделана только какая-то начальная работа, черновая. Говорить о ней, в общем, преждевременно. Но поскольку я переехал в Сибирь, и нынешним летом будет 4 года, как я переехал, время-то летит быстро, вот, и у меня есть дом в родной деревне, где я летом работаю до глухой осени, то почему-то вдруг возникла потребность еще поработать над последним поклоном. Не писать новых глав, не добавлять каких-то особенных, там, больших, объемных кусков, но кое-что уточнить. Все-таки писал я на расстоянии. Уточнить название, пополнить, значит, какими-то новыми, ну, может быть, и пейзажными, и бытовыми деталями книгу. Кое-что подредактировать, почистить. Вот. Хотелось бы, чтобы на ее работу хватило земных моих сроков, сил. Вот. Летом, очевидно, ко мне приедут дочь с внуками. Вот. Я их очень жду и люблю. Вот. И надеюсь, что лето и год будет мирным, хорошим. Вот. И коли съемки происходят, значит, так сказать, в преддверии Дня Победы, то радуюсь тому, что 40 лет уже живем в мире. Вот. Дай Бог хотя бы еще столько прожить, а лучше вообще во все века, чтобы было без войны. Годы мира – это драгоценность. Они позволяют делать нашу жизнь полной, интересной. Не только памятником архитектуры надлежит теперь быть старому костелу. Зал органной музыки. Вот его новое назначение. Собирали орган чехи. Самых опытных мастеров направила на Енисей далекая Прага. Ведь собрать и настроить такой инструмент – дело совсем непростое. Теперь в исполнении лучших музыкантов страны слушают красноярцы Баха и Бетховена. Красноярск красив в любое время года. Но снежной зимой особенно. Вроде бы строже, но и наряднее становятся в эту пору сибирские города. Невольно ждешь, что где-то за углом увидишь вдруг украшенную елку. Этот старый двор и бревенчатый дом в современном городе кажутся чуть странными. Но здесь всегда многолюдно, особенно весною. День рождения Сурикова. От дома, где родился художник, от живых цветов и начинаются суриковские дни. Это традиция. Внук Сурикова, заслуженный художник республики Михаил Петрович Кончаловский, помогает в подготовке новой экспозиции.
эти небольшие уютные комнаты, эти картины у кинорежиссера Никиты Михалкова вызывают чувство, пожалуй, особое, ведь он впервые в доме прадеда. Уже было бы достаточно, если бы я переступил порог этого дома с ощущением того, что не просто я, так сказать, его потомок. Наверное, не столько даже важно, в каких ты кровных связях с этим человеком, сколько важно, как ты ощущаешь мощь его таланта, как ты ощущаешь то, что он хотел сказать своей живописью. А я человек той же страны, того же отечества, принадлежу к той же культуре и к той же истории. Поэтому, если можно было бы коротко сформулировать ощущения, которые испытываешь в этом доме, кроме всех других естественных, я испытываю гордость и радость, что этот дом сохранен, что память Сурикова чтут, и что этот дом и эта память – это очень мощный вклад в культуру Сибири и, в частности, в культуру Красноярска и Красноярского края. День рождения великого сына России Василия Ивановича Сурикова превратился в большой и яркий праздник. И не случайно в эти дни именно в Красноярске, на родине художника, была торжественно открыта третья всероссийская выставка по родной стране. На стенах выставочных залов города и края лучшие картины самых интересных художников Российской Федерации. Всех привлекли эти талантливые полотна. Ведь на них наш сегодняшний день. Мир созидания, люди труда, русская природа. Выставка явилась большим событием в культурной жизни Сибири. Студенты Красноярского института искусств скоро получат новое здание. Оно будет стоять на берегу, в одном из самых красивых районов города. Прощаете? Благодарю вас. Только я-то себе не прощаю, что вздумала связать свою жизнь с таким ничтожеством, как вы. Лариса Дмитриевна, уедемте сейчас из города, я на все согласен. Поздно, я же просила вас взять меня отсюда, увезти из цыганского табора. Вы не сумели этого сделать, не смогли. Ведь на мне жить и умереть в этом цыганском таборе. Умоляю вас, осчастливьте меня. Поздно. Я любви искала и не нашла. Я не нашла любви, так буду искать золото. Выпускной экзамен, первые дипломы. В их жизни будет многое. Города, театры, роли, успехи, неудачи. Многое в памяти сотрется. Но этот день останется в сердце навсегда. А пока, что хотелось бы вам сыграть, артисты? То есть у меня была роль Карандышева, а сейчас я хочу сыграть Паратова. Так, кроме этого, хочу сыграть в классике. У меня большие требования, вообще-то. Хочу сыграть в классике
значит, обязательно в Островском, обязательно в Шекспире, и причем по несколько ролей. Из них одно Ромео, конечно. Так, далее. Подожди. Далее, еще, значит, «Горе от ума», Чацкий, обязательно тоже. Хлестаков, наверное, я не пойду. Не то. Это вот Андрей, скорее всего, Хлестаков. Так, ну еще и советский тоже. В «Вампилове» еще хочу сыграть, скажем. Я иду в Ачинск работать, молодой растущий город. Ну, о планах в будущем лучше говорить не буду, потому что, говорят, актеры суеверный народ, и загадывать лучше не надо. Вот. Надеюсь, что будет много работы, которая поможет в будущем перейти к каким-то очень сложным, большим работам. А в одном из заводских дворцов культуры в этот день и час было весело и празднично ничуть не меньше. Коллектив Красноярского государственного ансамбля «Танцы Сибири» встречался с хоккеистами команды «Енисей». Те вновь чемпионы страны. Спортсмены дарят танцорам клюшки-сувениры и получают взамен искрометный русский танец. Творчество. В свою чудесную орбиту оно втягивает всех. Людей искусства, людей высокого мастерства, где бы они ни трудились. И город на Енисее становится лучше. Сегодня Красноярск живет жизнью деятельной и яркой.